Всем привет. Так, левосторонний сколиоз. Причем так ярко выражено. Да. Наклон вправо. Угу. Наклон влево. Угу. И выпрямись. Расслабься. Ага. Я сейчас потихонечку буду обдавливать. Здесь болезненно? Нет. Ага. Здесь? Ага. Здесь? Нет. Нет. Ага. Нет. А тут чуть больнее, чем в других местах. Ага. И вот тут. Ага. Здесь? Нет. Ага. Здесь? Ага. Нет, там ничего не было. Ага. Начнем с таза. Так, ложись на живот. Голову можешь на бочок, можешь прям туда положить. Так, немножко тебя там угу. Ножки подымай. Поднял, опустил. Угу. Поднял, опустил. Подымай, опускай. Угу. Подымай, опускай. Подымай, опускай. Вот, молодец. Поднимай, опускай, поднимай, опускай. Угу. Разводим, развели, свели. Развели, свели. Разводим, сводим. Разводи, своди. Здесь вообще задача, чтобы крестец начал двигаться, движение у крестца пошло. Здесь не то, чтобы он как бы, там мы его как-то ротируем, а именно, чтобы движение кости таза раскрывается, и крестец начинает двигаться. Здесь хорошо помогает при таких острых болевых. Ну и как раз происходит мобилизация крестца, можно сказать так, правка. Вот так. И на локоточки вставай. Голову опусти. Ага. Приподнимай. Приподнимай. Ага. Приподними. Вот. А теперь опускай. Прям тяни. Ага. Еще приподними. Опускай. Прям тяни. Ага. Еще приподними. Опускай. Прям тяни. Ага. Еще. Ага. Тяни. Ага. Еще. Прям тяни, тяни, тяни. Ага. Еще. Тяни. Ага. Молодец. И еще. Прям тяни, 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 тяни. Ага. И еще. Тяни, 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 тяни. Ага. Хорошо. И еще. Тяни, 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 тяни. Ага. И еще. Опускай. Оп, опускай. Молодец. Угу. Голову опусти. Не-не-не. Все так же на локоточках, как стоял. Чуть-чуть ручки вперед. Ага. Пошире. Ага. Голову опусти. Глубокий вдох сделай. Выдохай. Угу. Вдох. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Молодец. Дух. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Дух. Выдыхай. Вот, хорошо. Дух. Выдыхай. Вот, там тихотик. Так. Ножками то же самое. Вперед и назад. Голову опусти. Угу. Вот. И назад. Поднимай, опускай. Угу. Поднимай, опускай.
Поднимай, поднимай, опускай. Поднимай, опускай. О, молодец. А теперь раскрывай. Вот так. Раскрывай. Ну, опусти. Делай, делай, делай. Раскрывай, раскрывай, раскрывай. Опускай. А теперь встаем. Чуть-чуть ко мне подвинься. Подбородок не опускай. Расслабься. Плечико расслабь. Еще. Плечико еще расслабь. И здесь то же самое. Расслабь плечико. Еще раз. Вот, расслабь, расслабь, расслабь. Хорошо. Ложись на спину. И даже так вот визуально, когда смотришь, у тебя получается ключичка одна, ну, ниже, другая, выше. Сейчас мы немножко с ключицей тоже поработаем. Глубокий вдох сделай. Выдыхай. Угу. Вдох. Выдыхай. Угу. Вдох. Выдыхай. Угу. Вдох. Выдыхай. Угу. А теперь покашляй прям. Сильно-сильно покашляй. И еще. Вдох. Выдыхай. Угу. Еще раз вдох. Прям глубокий можешь ртом дышать. Выдох. Ага. Вдох. Выдох. Ага. Вдох. Выдох. Вот, хорошо. И расслабь. Некомфортно? Ну, ступня такая, голеностоп, когда... И стопу на себя, прямо на себя, держи, крепко держи.
Так, ну что, сейчас тебе на пол положу. Вот так, здесь немножко тебе правда. Это настоящая костоправская правка. Нифига, я же дыхание перебил. Подожди. Голову в мою сторону. Так, смотри. Стоим вот так вот на четвереньки. Пошире. И вторую также. Прогни здесь. Я немножко тебя вперед подам. Не, расслабься, выпрямись. Все как. Я сам тебя подам. Расслабься. Расслабься еще. Вот. И еще. Еще расслабься. О, хорошо. Ложись. Да. Голову сюда. И расслабься еще. Еще можешь расслабиться. Вот. Хорошо. Голову в другую сторону. Немножко сейчас. Расслабься. Чего напрягся-то? Хорошо. Хорошо. Еще расслабь. Еще. Ручку вверх. И на эту сторону ко мне лицом. Ножку согни. Верхнюю согни. Вот так вот. И расслабься. Перемой еще чуть-чуть. В такую сторону. Может, согни вишню. А это так. Вот так. Расслабься. Еще расслабься. Еще. Плечки расслабь. Вот. Еще расслабь. Давит где-то? Нет. Все. Расслабь плечики еще раз. Хорошо. Здесь. Чуть-чуть. Здесь. Вот.
после сеанса пьем чай с алтайским медом. Тут кухня прямо в этом салоне, клиника. Что у нас? Это клиника. Да. Могу сказать, было жестко, естественно. Какого дискомфорта нет, болевых ощущений тоже нет. Все хорошо, даже какая-то легкость появилась. Вот, все. Спасибо.